Всем добрый день. Мы на рынке Тощаный К. И вы периодически спрашиваете, где приобрести хороший, вкусный домашний сыр. Не только домашний, вкусный. Название домашний сыр. Так вот, в магазинчике домашние сыры мы с вами все изучим. Все. Добрый день, хозяйки. Мы к вам опять в гости посмотреть, что да как у вас на вашу продукцию. Начнем, наверное, с самого моего любимого сыра, который вот мы всегда жарим. Пожалуйста, вот эта вот косичка. Это не косичка, да? Балык, ребят. Шашлык обалденный. Кто раз попробует, 100% вернется еще и приобретет этот сырок и пожарит его наравне с мясом, не менее. Очень даже вкусно. Тут вот похоже на хлебушек. Я название, честно, не знаю. Знаю одно, что моя семья здесь всегда приобретает сыры. Вот вы спрашивали, где? Вот где лично мы берем, там и показываю. Всякие разные вкусняшки. Есть творог. Есть вот... Может, вы мне подскажете, а? Будьте добры, подскажите, как название, чтобы я людям-то... Сыр вот, да... сулугуни малосоленый, с натурального молока. Вот, сулугуни малосоленый. Так. Адыгейский. Дальше. Адыгейский сыр, вот, пожалуйста. 450. Брынза. Масло домашнее. Масло есть в наличии. Рулетики со специями. Вот всякие. Вот это вкусняшки тоже. Сразу вам говорю. Вот это вот косичка, вот я ее знаю. Вот это я знаю точно. Я по названиям вообще ничего не запоминаю. Это сметана, я так понимаю, домашняя у вас, есть, да? Есть домашние сливки, есть сметана обычная. Вот, пожалуйста, широченный. Твердые сыры тоже есть. Яйца домашние. Яйца домашние. Все натуральное тут. В общем, если вы... домашние тоже. Если захотите все домашнее, чтобы хорошее качество было, вот, пожалуйста, вам сюда. Тут и курочка есть, я гляжу. Одни знаю, что. Тоже, наверное, курочка. Где находится, запомнили? Тощаный К. Магазинчик как бы внутри двора, поэтому это не в фруктовых рядах. Сейчас 15-й павильон. Павильон номер 15. Вот видите, вот так вот он выглядит. Вот тут рядом магазин «Спутник». Девушки гуляют. Обязательно приходите. А вот еще закуски к пиву, пожалуйста, в наличии. Вот. Я еще раз акцентирую внимание именно на этом сыре. Ну, просто я от него без ума. Попробуйте, пожарите, вам понравится 100%. Приходите, покупайте, пробуйте. Я думаю, вы останетесь довольны. Спасибо вам большое, спасибо хозяйке. Я побежал дальше. Всего хорошего.